Так, насчет крови. Мы сейчас очень коротко разложим вот тот минимум, который надо знать, чтобы вот в этом разбираться. То есть кровь. Короче, погнали складывать. Это сейчас все будем. Задача дать вам минимум. Вот меньше, чем то, что я вам дам. Нельзя знать. Значит, кровь это, вот записывайте, это плазма крови и форменные элементы крови. Значит, плазма крови содержит альбумины, глобулины и фибриноген. Это три основных белка плазмы крови. То есть вы берете листик чистый и пишете на этот листик по памяти, что кровь это плазма и форменные элементы. 1, 2, 3. Три белка записали. Теперь надо разбираться, что это за белки, какая их функция. Альбумины – транспортная функция. Они всякие жирочки и гормоны будут транспортировать. Глобулины – это различные антитела. То есть антитела, они выполняют специфическую защиту организма, то есть это иммунитет. Глобулины – это совокупность всех антител, которые защищают ваш организм. Это иммунная система. Фибриноген – это тоже защитная функция, но это факторы свертывания. ФСВ – это факторы свертывания. Давайте тут допишу. Так. Факторы свертывания. Форменные элементы – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. И тут по функциям тоже эритроциты и транспортные, потому что они содержат гемоглобин. И гемоглобин, он транспортирует, допустим, кислород или углекислый газ. А лейкоциты защитные, потому что отвечают за иммунитет. Фагоцитоз, к примеру, там другие вещи. Тромбоциты это защитные, потому что тромбоциты внутри себя содержат белок. Так. Да, все правильно. Тромбопластин. Запрос там в мозги отправил. Тромбопластин. Да, тромбопластин. Мне ответили. Тромбоциты содержат тромбопластин. И этот тромбопластин потом запускает каскад реакций, которые приводят к образованию тромба. Тромб нужен, чтобы закупорить ранку. Да? И корочка там такая потом образовывается. Значит, когда вам задают вопросы, вам нужно четко понимать, что вас будут в первую очередь спрашивать либо про плазму крови, либо про форменные элементы. И эти вещи нужно разделять, не путать между собой. Вот, примеры в тестиках вы увидите. Дальше двигаем. Вот такая картиночка. В общем, все клетки крови, они образуются из одной клетки. Чтобы вы понимали, да? Для чего эта картинка здесь есть? Вы должны понимать, что часть... Сейчас мы обсуждаем, не плазму крови, а клетки крови. Так? Клетки. Это эритроциты. Вот они, смотрите, эритроциты. Это... лейкоциты и тромбоциты. Ну, если честно, мне не нравится, какие тут эритроциты нарисованы. Эритроциты имеют форму двояко вогнутого диска. Они такие вот красивые, двояко вогнутые. Вот. Тромбоциты, они вот такие вот разные формы пластинки. То есть вот есть клетка, куски цитоплазмы отрываются от этой клетки и получается тромбоцит. Внутри тромбоцита находится тромбопластин. Это фактор свертывания. Значит, чем похожи эритроциты и тромбоциты? Тем, что они не имеют ядра. То есть зрелый тромбоцит, в нем нет ядра. Вот это надо запомнить. И эритроцит тоже нет ядра. А лейкоциты, они делятся
на гранулоциты и агранулоциты, по-другому зернистые, вот эти термины как зернистые и незернистые, вы встретите в ЦТ. То есть, если речь идет про зернистые и незернистые, то это лейкоциты. Зернистые – это значит, имеет несколько ядер. Ну, то есть, допустим, вот тут три ядра, тут два ядра, тут три ядра. А незернистые имеют одно ядро. Так, можно тыкнуть плюсик, если это понятно. Эритроциты – ядер нет. Тромбоциты – ядер нет. Лейкоциты, ядра есть, иногда их несколько, и если их несколько, то это зернистое, если одно, то это незернистое. Здесь есть еще на слайде название, то есть базофилы, эозинофилы и нейтрофилы, что, ну, мы берем план минимум, вы пока здесь не заморачивайтесь, пожалуйста, идем просто дальше. Эритроциты – транспортная функция, и тут нужно обсудить такие вещи, что когда гемоглобин в эритроците связывается с кислородом, то давайте вспоминайте, что такое оксиды. То есть оксиды – это соединение с кислородом. Значит, оксигемоглобин – это соединение гемоглобина с кислородом. А когда гемоглобин соединяется с СО2, есть соли угольной кислоты. Они как называются? Карбонаты. Допустим, карбонат кальция. То есть здесь будет гемоглобин, как бы карбонат гемоглобина. То есть не говорят карбонат гемоглобина, говорят карбгемоглобин. И есть еще СО, это когда это соединение токсичное, оно безвозвратно связывается с двумя центрами, и поэтому это будет карбоксигемоглобин. То есть, если СО, то два центра. Карбокси. Это тоже должны запомнить. Но на логику легко ложится. Оксиды, карбонаты. Все, если это запомнили, оксиды, карбонаты, значит, оксигемоглобин, карбгемоглобин. А карбокси – это значит СО. Потому что его не оторвать от гемоглобина уже. Так, дальше идем. Насчет групп крови и резус-фактора. Смотрите, все это находится в эритроцитах. Группы крови, белки, давайте так. Группы крови, вот первая, вторая, третья, четвертая. Группа крови зависит от того, какой белок находится в эритроците, вот на поверхности эритроцита. Этот белок кодируется геном, который находится в хромосоме. То есть и могут быть вот такие вот варианты генотипа. Итак, фенотипически, то есть как признаки проявляются, в эритроците, если нет никаких белков, то это первая группа крови. Если есть белок А, то это вторая. Если есть белок Б, то это третья. Если белок А и Б, то это четвертое. Теперь, аглютинины – это антитела. Аглютинины – это антитела. Антитела будут вырабатываться всегда на чужеродные белки. То есть, если мы возьмем группу крови А, то чужеродный белок, он – это Б. Да? Значит, у него будут вырабатываться бета-антитела. Бета-антитела. Если группа крови B, то чужеродный белок какой? А. Значит, будут вырабатываться альфа-антитела. Вот если это понятно, значит, тыкните плюсик. То есть логику. Вы должны понимать важный момент. Антитело, вот его может в данный момент времени не быть в крови. Потому что зачем? Потому что организм еще, вот если, допустим, третья группа крови никогда не была знакома со второй группой крови, то в самой плазме антител может в момент и не быть даже, да? Но как только, если перелить не ту кровь, то они появятся, потому что белок А для третьей группы крови, он чужеродный. Вот это тыкните плюсик, если это понятно.
То есть почему? То есть если мы берем, к примеру, первую группу крови и четвертую группу крови, то есть по идее первая группа крови должна содержать антитела альфа и бета, да? И мы, переливая ее четвертой группы крови, по идее должны видеть агглютинацию, да? Но это все равно можно делать. Почему? Потому что вот первая группа крови, да, на данный момент времени, если в нее вот эти вот антигены не попали, то этих антител может и не быть, не плавать. Поэтому можно ее взять и перелить. И перелить. Вот сюда. А в обратную сторону нет, потому что этот организм выработает антитела, произойдет агглютинация, это соединение антигена и антитела, этот комплекс поплывет в почки, там клубочки забьются, перестанет и происходить фильтрация, человек может умереть от почечной недостаточности, потребуется пересадка почки. Я понимаю, что я очень быстро все рассказываю, но можно отмотать, послушать еще раз. Резус-фактор. Если есть резус, то это резус положительная кровь, так? Значит, антитела к резус-фактору не нужны. То есть антитела вырабатываются на чужеродные белки. То есть если есть белок резус-фактора, мы говорим, что кровь резус-положительная. Есть белок резус-фактора. Вот, антител не будет. Но если в эритроците, это в эритроците, допустим, нет резус-фактора, то этот организм может синтезировать антитела к резус-фактору. И резус-положительную кровь нельзя переливать в резус-отрицательный организм, а наоборот можно резус-отрицательную кровь можно лить в резус-положительную. Так, про переливание поговорили. Факторы свертывания. Тромбопластин, который находится в тромбоцитах, он действует на эту реакцию. Вот в плазме крови, в плазме протромбин находится. Он превращает протромбин в тромбин, а тромбин превращает фибриноген, который в плазме, в фибрин. И образуется тромб. А уже тромб, он закрывает рану. Рану закрывает. Вот эта схема, в которой надо разбираться. Желательно, чтобы вы эти термины просто понимали, что это факторы свертывания, что это белки, что это факторы свертывания. Защита организма специфическая и неспецифическая. Тут надо... Давайте. Специфическая – это иммунитет – это все, что про антитела. И он здесь есть врожденный и приобретенный. Врожденный – это, допустим, с рождения есть антитела к каким-то заболеваниям. Приобретенный иммунитет, он может быть естественный и может быть искусственный. Естественный, он может быть активный и может быть пассивный. Но эту схемку надо рисовать. Значит, ну, кстати, не успел я уложиться. На сейчас занятие закончится. Видимо, мы про защиту организма поговорим еще раз. Может быть, завтра сделаю полноценный урок. Ну, не судьба. Что уловили, то уловили. Так, у большинства из вас есть задание. Кстати, я почти все рассказал. Кто слушал сегодня про специфическую и неспецифическую, вы же уже в этом шарите, правильно? Все, можно идти. Кто понял, разобрался со специфической и неспецифической, все, можно идти решать.